Всем известно, что на осеннее и зимнее время обычно приходится обострение респираторных инфекций. Особенно тяжело протекает грипп. Ежегодно эта тяжелая вирусная инфекция поражает до 15% населения мира. Заболевание сопровождается высокой смертностью. Чтобы не стать жертвой гриппа, необходимо вовремя провести вакцинацию. Где можно сделать прививку, узнали наши корреспонденты. Вакцинация является самой простой и, тем не менее, самой эффективной мерой борьбы с заболеванием. Противогриппозные вакцины абсолютно безопасны и снижают вероятность заболевания тяжелой вирусной инфекцией на 90-98%. Вакцина у нас называется «Совигрипп», переносится очень хорошо, не было пока никаких побочных явлений, поэтому всех приглашаем. Приходите, прививайтесь. Вакцина от гриппа, конечно, не гарантирует, что привитый человек не заболеет. Но, по крайней мере, сама болезнь будет проходить в легкой форме и без осложнений, которые, кстати говоря, и есть основная причина летальных исходов у перенесших грипп. Грозным осложнением гриппа является пневмония. Это заболевание, которое начинается остро, со зноба, высокой температуры. Иногда может быть ржавая мокрота, боль, одышка, поэтому, чтобы пресечь всю эту симптоматику, надо заранее делать прививку. В нашем районе вакцинация населения от гриппа началась 7 сентября. На сегодняшний день уже привито более 5000 человек. В прошлом году я тоже делал прививку, и полгода как раз на время, на которое эта прививка была рассчитана, я не заболел. То есть был здоровым. В этом году, естественно, тоже пришел привиться с той же целью, чтобы зимой не болеть. Прививку может сделать каждый желающий и совершенно бесплатно. Для этого необходимо обратиться в первую поликлинику, кабинет номер 7. Перед вакцинацией нужно получить разрешение терапевта, так как любая прививка делается только при условии, что человек здоров. Анна Монастыренко, Игорь Иванчуков, программа «События».